Окей, значит, мы переходим к вопросам с WhatsApp. Первый вопрос звучит так. Является ли важным или в чем является важность среды, окружающей среды человека, допустим, природной среды или вообще среды, в которой человек живет для автономного образа жизни? Ну, это, наверное, не я бы сказала, не важно, а это желательно. Okay, so I wouldn't say it is really important, but it's desirable. Mm-hmm. Желательно находиться в том климате, в той среде, которая будет приятна вам. Это будет честно по отношению к самому себе, и вы в этом смысле не будете себя ломать, переламывать. It is desirable to find yourself to live in the climatic zone, climatic environment where which you really like. Because this way you become really you get really honest towards yourself, and you don't need to kind of break yourself in order to continue living there.